Дорогие друзья, приветствую вас! Вы на канале «Стройгарант Анапа» и я его ведущая Валерия. Мы находимся в поселке Цибанабалка, жилой комплекс «Жемчужина». Сегодня у нас отличная погода, ярко светит солнце после сильного тайфуна в Краснодарском крае. Всем привет! Пятница, 13 августа. Маяк. За маяком. Оползни засыпало машины. Ну, в общем, через Цибанабалку, да, отсюда мы добрались. Есть проезд. Ну, а дальше с этой стороны вот так. Ну, может, его скоро досыпят. Ну, Нивы и все, ну, в принципе, проскочить можно. Вот смотрите, что творится. Это поворот на красный. Но поселок Цибанабалка это не коснулось, так как он находится на возвышенности, и люди здесь счастливы и довольны. Всего в поселке 220 участков, от 5 до 7,5 соток, стоимостью от 1 миллиона 250 тысяч рублей. Принципы нашей компании – строить красиво, доступно и качественно. Расскажу вам о коммуникациях данного поселка. Электричество 15 киловатт. Также каждому дому подключено центральное водоснабжение и рассматривается вопрос по газификации поселка. Все дома строятся в едином архитектурном стиле. Облицовка домов выполняется кирпичом или декоративной штукатуркой Баумит. В нашем поселке Цибанабалка отлично развита инфраструктура. Тут есть все для счастливой загородной жизни. Детские сады, школы, магазины, аптеки, спортивные площадки. Тут можно гулять с детьми, заниматься спортом, посещать дом культуры, да и просто наслаждаться морским воздухом. Ах да, вы только представьте, 5 километров и вы у моря. Всего 30 минут и вы получите релакс у чистого моря. В нашем поселке заасфальтированы дороги и отличное уличное освещение. Также у нас охраняемая территория. Поселок расположен далеко от туристов, на закрытой территории. Еще в 5 минутах ходьбы расположена остановка общественного транспорта, который довезет вас по всем популярным маршрутам. Вы были на канале «Стройгарант Анапа». Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.